День молодежи объединил жителей всех поселений Ленинского района. На территории мотобольного поля на стадионе «Металлург» организаторы торжества приготовили веселую праздничную программу. Ребята не делят себя на сельских, городских, на видновских, молоковских, володарских. Они говорят, мы все живем на одной территории, поэтому мы все свои. Хотели и, собственно говоря, показали, чем они занимаются. Постарались подобрать и темы экологического характера. Здесь темы, связанные с изобразительным искусством, с рисованием, с различными видами спорта, в том числе с уличными видами спорта. Многое они придумали сами. Вот несколько зон, несколько площадок, как их оформить, из чего их сделать. Они просили то, чтобы им приобрели материалы необходимые, краски, ну и все остальное. Благодаря спортивным организациям здесь можно было не только почувствовать себя настоящим баскетболистом или боксером, но и получить навыки в фехтовании. Все желающие могли принять участие в разных конкурсах, играх, спортивных эстафетах и интересных мастер-классах. Многие, как Алина Андрианова, нашли занятия на свой вкус. Сегодня самый замечательный день. Я этот день ждала очень долго. Мастер-классы, всякие игровые зоны очень хорошие, как бы интересные. Мне это нравится. Я сама веду как бы спортивную жизнь, спортивный образ жизни. Вот, и поэтому, естественно, и мне это интересно, как бы хочется еще попробовать. А у Алины Санниковой особо большой интерес вызвала интерактивная площадка, которую подготовил оборонно-спортивный клуб «Ратник». Она научилась ловко собирать и разбирать ружье и даже завязывать морской узел под названием «Пожарная лестница». Конец веревки мы просовываем в петельки, которые у нас получились. После чего дергаем, и вот у нас получается уже, можно сказать, пожарная лестница, с помощью которой в трудной ситуации вы сможете выбраться. Праздник молодости и веселья из года в год с удовольствием отмечают люди абсолютно разного возраста. Ведь неважно, сколько вам лет, главное – состояние души. Мы молодежь, все в таком возрасте, в таком. Ну, счастья всем, здоровья. Дольше молодыми оставайтесь. В этот день многие виновники торжества получили из рук главы Ленинского района почетные грамоты и благодарственные письма за активное участие в жизни муниципалитета. Морозов Захар Анатольевич, активист территориального совета молодежи «Завидное» Ленинского муниципального района. А после начался долгожданный праздничный концерт. Творческие коллективы и артисты поздравили молодежь яркими песенными хитами и танцевальными номерами. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, «Видное ТВ».